Здравствуйте! Наша клиника уникальна тем, что мы принимаем на лечение не только ребят, но и их близких – маму, папу или жену. Кто за время употребления наркотиков или алкоголя своими близкими также страдали, а иногда даже и сильнее, чем зависимый человек. Вы нищали. Вы страдали физически, появлялись болезни сердца, повышалось давление, появлялись другие хронические заболевания. Вы страдали психологически. Были невротические расстройства, было состояние злобы, агрессии, были состояния выраженной тревоги за близкого вплоть до попадания в депрессивное состояние, появлялись идеи самообвинения. Вы делали все возможное, чтобы заболевание закончилось, но ничего не привело к положительному результату. Кто-то из великих сказал: делать одно и то же, а ждать другого результата – это безумие. Мы в нашей клинике научим вас, что значит заболевание зависимости. Мы научим вам навыков хорошего поведения, поведения правильного, чтобы заболевание не развивалось. Мы научим вас жить с новым человеком, который оставил зависимость. Мы научим вас жить спокойно, уверенно и, я надеюсь, счастливо. И то заболевание, которое называется созависимость, то есть сверхвовлеченность в жизнь другого человека, когда вы забывали о себе, будет остановлено. Всего вам доброго.